рассчитывал подобрать их обоих, а там уже ситуации зависело бы, с кем пришлось бороться. Очень рад, что получилось бороться с Йоханнесом, а француз не выдержал. Клей бы не хотел лидировать, ты это видел? Да, я еще с начала этапа видел, что он не стремится лидировать, но он знает свои сильные качества спринта, поэтому даже никто не думал, что он будет выходить вперед и создавать конкуренцию до последнего подъема и до финиша. По поводу француза, ты был уверен, что его обогнаешь? Не был уверен, потому что ребята очень непредсказуемы. Это эстафета, поэтому каждый борется до последнего. И даже если смотреть на юниорский чемпионат мира, то французы в последнее время закрепились уверенно в тройке. И в этом году на скиатлоне был хороший друг мой, француз второй. Поэтому можно было ожидать всего, что угодно, поэтому никто не сбрасывался со счетов до последнего. Клей бы ушел от тебя в предпоследнем подъеме, потом на спуске, ты не успел поддержать просто? Он как-то очень резко со спуска меня объехал, и уже на выходе на подъем был просвет. Я вроде постарался поддержать его скорость, но, к сожалению, не пошло.